находящегося на огромном расстоянии, точно так же могут быть переданы любая картина, знак, рисунок или текст. По сути, Тесла планирует прообраз сегодняшнего интернета. Но главная цель Теслы – это беспроводная передача энергии. Он убежден, чтобы получать электроэнергию в любой точке мира, достаточно будет воткнуть в землю штырь и включить небольшой прибор, настроенный в резонанс с излучающими башнями. Но и это не все. С помощью своей системы он намерен вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, питать энергией автомобили и самолеты, и даже осуществлять межпланетные коммуникации. Такой проект требует гораздо больше средств, чем выделил Морган. Но это не смущает Теслу. И вскоре на острове Лонг-Айленд, в 60 километрах севернее Нью-Йорка, появляется лаборатория и огромная башня. По названию местности объект получает имя Уорденклифф. С еще недостроенной башней ученый начинает свои фантастические эксперименты. Летом 1903 года башня на Лонг-Айленде едва не сводит с ума жителей Нью-Йорка. На сотни миль во все стороны от нее тянутся гигантские искусственные молнии. Они освещают небо над Атлантикой так, что можно свободно читать газетные заголовки. На следующий день газета «Нью-Йорк Сан» пишет: «Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов, гигантских молний, собственноручно испускаемых Теслой. Слои атмосферы воспламенились на разной высоте и на большой территории так, что ночь моментально превратилась в день. Весь воздух был наполнен свечением. Оно сосредоточилось по краям человеческого тела, и все присутствовавшие излучали светло-голубое мистическое пламя. Мы сами себе казались призраками». Тесла на подъеме. Осуществляется мечта его жизни. «Волны, создаваемые моим передатчиком, будут величайшим спонтанным проявлением энергии на планете». Часть вторая. Улики. Полагают, что его опыты с атмосферным электричеством как раз и привели к Тунгусской катастрофе. Журналисты обвинили Теслу в причастности к Тунгусскому метеориту, во что я абсолютно не верю. Потому что он свою систему не запустил, и у него не было силы для такого разрушения. В 1905-1906 годах у Теслы уже не было лаборатории, в которой он мог бы проверить свои идеи. Да, строительство башни не было закончено, так как Морган, узнав об истинных планах Теслы, прекратил финансирование. Да, в 1903 году часть оборудования была вывезена из Уорденклиффа за долги. Но известно и другое. Тесла не сдался. С начала 1907 года, после длительной депрессии, он вновь приступил к экспериментам. Причем именно в Уорденклиффе, куда неоднократно приезжал тайком ночным поездом. На собственные средства он продолжает монтаж оборудования. «Мне нужно завершить строительство моей станции. Это будет шаг, который продвинет человечество вперед на целый век». Есть документы, подтверждающие, что в 1907 году ученый вновь получил от компании Westinghouse большое количество оборудования, и что оно оставалось у Теслы вплоть до 1912 года. В 1908 году на вопрос, когда он закончил свои эксперименты на Лонг-Айленде, Тесла ответил, что никогда их не прекращал, а его лаборатория продолжает существовать. «Я все еще провожу там эксперименты». Все факты говорят о работоспособности в 1908 году как самого Теслы, так и его башни. Более того, сохранились судебные протоколы, в которых Тесла, как истец, под присягой показал, что даже в 1915 году, то есть через 7 лет после тунгусских событий, в Уорденклиффе в исправном состоянии находилось огромное количество оборудования. Таким образом, в 1908 году, году Тунгусской катастрофы, башня была технически исправна. Но обладала ли она достаточной мощностью? Безусловно, потому что я совершенно точно знаю, что диаметр конденсатора, который там стоял наверху, позволял получать разрядные токи до 10 тысяч ампер. Это в импульсе, да? А напряжение, которое он получал, достигало 100 миллионов вольт. Если перемножить вот эти токи и напряжение, то мы получаем 1 тераватт. 1 тераватт – это энергия в импульсе, которую мог передавать Тесла больше 100 лет назад. И которую до сих пор никто не мог получить, потому что максимум, что мы передаем, это 1 миллион киловатт по нашим линиям. Это в 1000 раз меньше.
Сейчас же вот у нас сделали 3 миллиона вольт генератор, считает это большое счастье. А он получал 100 миллионов вольт без всяких проблем. Но мог ли Тесла передать такую энергию в район Тунгуски? Если на первых порах эта версия кажется совершенно дурацкой для современного ученого, то когда начинаешь вникать, уже зная детали Тунгусской катастрофы, начинаешь вникать в обстоятельства различные, то видишь, что это вполне вероятная вещь. Это абсолютно реально, потому что есть его патенты, которые описывают, как это делается. Но для этого надо иметь несколько башен. Ну, конечно, и одну башню можно иметь, но тогда точность попадания не будет очень высокой. Если Тесла действительно причастен к тунгусским событиям, то находят объяснение и другие загадки. Так, еще за два месяца до Тунгусской катастрофы, с мая 1908 года, над Европой и Россией в небе то и дело появлялись огромные сполохи света. А за 9 дней необычные цветные зарницы. Ночью было светло, как во время полярного дня. Свечение резко усилилось за 3 дня до взрыва. Более того, еще за несколько месяцев до Тунгусского события в небе России от Урала до Балтики начали появляться светящиеся раскаленные шары, своего рода уменьшенные копии тунгусского тела. Что это было? Пробные пристрелочные включения аппаратуры Вордентли? В то время загадка шаровой молнии очень многих тревожила. И одним из самых успешных, как говорится, физиков, ученых, которым удалось приблизиться к ее разгадке, был вот как раз Никола Тесла. Ему одному единственно удалось смоделировать эти огненные шары в лабораторных условиях. Уже окрыленные вот этими успехами в исследовании физики плазмы, Никола Тесла задается вопросом, а нельзя ли эти эффекты повторить уже, как говорится, в пространстве, в глобальных масштабах. Гипотеза шаровых молний при объяснении тунгусского феномена была всегда. Она отчасти объясняет и загадку траектории сияющего тела. Синими стрелками показаны направления полета так называемых тунгусских болидов, собранные по свидетельским показаниям жителей, населения, которое здесь вот тогда обитало в 1908 году. И собраны эти данные были самыми авторитетными свидетелями. Ни один метеорит не может одновременно двигаться по нескольким траекториям сразу. Маневрировать метеориты тоже не умеют. Другое дело плазменное образование, мощные шаровые молнии. Нельзя исключить, что именно эксперименты Теслы оказались своего рода спусковым крючком, который высвободил огромные мощности природного электричества. Еще в конце 19 века геофизики, изучая магнитные аномалии, предположили, что между ионосферой и земным шаром протекают сверхмощные токи неизвестной природы. Сегодня эти токи регистрируются. И вот перед вами прибор, первый прибор, который позволяет их просто явно регистрировать. И эти проводники, я их иногда называю нитями Теслы, вот эти проводники позволили, на мой взгляд, реализовать те чудесные явления, которые демонстрировал Тесла. Некоторые из этих сверхпроводников, судя по всему, имеют кольцевую конфигурацию. Нью-Йорк находится вот здесь, на восточном побережье Соединенных Штатов. Токи, которые возбуждают земное поле магнитное, кольцевые. Простейший расчет показывает, что это кольцо проходит как раз через Тунгуску. Тесла своим генератором, башня Вондерклифф, целая система там мощнейшая была, зажигает по существу разряд в большом пространстве, и кольцевой ток, проходящий над Нью-Йорком, возбуждается вот этот носитель, и энергия передается в район подкаменной Тунгуски, где мы можем наблюдать разнообразные явления, причем задолго до так называемого падения Тунгусского метеорита. Если Тесла догадался до существования этих невидимых токов, то он мог рассчитать с точностью до градуса место вхождения кольцевого тока в поверхность Земли. Через 7 лет после тунгусских событий Тесла скажет: «Практическая передача электрической энергии без проводов и производство разрушительного воздействия на расстояние безусловно возможны. Я уже конструировал беспроволочный передатчик, который делает это. Мои навыки продвинулись так далеко, что воздействия большой разрушительной силы могут быть переданы в любую точку земного шара, определенную заранее с большой точностью».